В рубрике «Нам прислали» Елена Мизерская и Шамиль Епаров поделились фотографиями дворовых дорог по улицам Полевая и Богдана Хмельницкого. Эльвира Цукур пишет, что во дворе по улице Коммунистической огромные ямы после дождя превращаются в лужи. По словам представителя управляющей компании, жильцам предлагали участвовать в муниципальной программе по благоустройству, но они в заданные сроки заявку не подали. Сейчас идет подача заявок на 2018 год для включения муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий. Многие жители уже предоставили оформленные документы в отдел жилищно-коммунального хозяйства города Стерлитамак. А так эта программа рассчитана до 2022 года. Такую же заявку могут подать жители других домов в своей управляющей компании. Эльвира Цукур, Елена Мизерская и Шамиль Епаров претендуют на гонорар. Вы тоже можете получить вознаграждение. Присылайте актуальные информационные поводы, эксклюзивные фото и видеоматериалы на электронный адрес stv-info@bk.ru. Ежемесячно победители получают от 500 до 1500 рублей, в зависимости от номинации.